Wenn hast du gerade angerufen? Kannst du mir sagen, wenn du gerade angerufen hast? Wo wohnt sie? Ich habe keine Ahnung, wo sie wohnt. Du kannst in Deutschland einen guten Job finden. Ich weiß nicht, ob du in Deutschland einen guten Job finden kannst. И здесь мы также видим, что глагол на втором месте просто уходит в конец, какое бы длинное и какое бы сложное ни было предложение, и остается в своей форме. Все остальные слова четко на своих местах. Всем привет! Тема сегодняшнего урока сложно подчиненные предложения в немецком языке и порядок слов. Но этот урок будет необычным. Дело в том, что я хочу произвести в некотором роде революцию в интернет-образовании. Если обычные уроки на моем канале раньше и на многих других, Просто давали вам знания, то есть понимание, что и как работает, то если вы правильно будете заниматься по сегодняшнему уроку, то по прошествии какого-то времени вы обретете настоящий навык, то есть сможете правильно, легко и свободно и не задумываясь, говорить на данную тему и строить предложение. И сразу один момент. Если данный урок вам понравится и будет по-настоящему полезен, обязательно поставьте лайк. Только так я смогу понять, что такая работа вам нужна и снимать подобные видео на другие темы. Теперь мы приходим к правилам. Три пункта, как сегодня нужно работать. Итак, первый раз мы просто читаем. В данном случае я буду читать, а вы повторяете за мной, следя за экраном, то есть читаете предложение с экрана. Дальше мы должны произносить это медленно, уже не глядя на экран. То есть медленно произносим, анализируем, что мы говорим, и понимая, как строится это предложение грамматически. Я буду также давать подсказки. И уже третий пункт. Это, в принципе, вы должны суметь по прошествии нескольких подходов сделать самостоятельно, без меня. Произносить это предложение свободно и легко. В принципе, в чем и состоит наша цель. Итак, тема сегодняшнего урока, опять же, это сложно подчиненные предложения. Мы разберем все союзы, после которых глагол уходит в конец. То есть то, что у многих вызывает проблемы, вопросы, и, в принципе, мозг никак не может переключиться на то, чтобы думать по-немецки, чтобы говорить это быстро и правильно. Так вот, мы разберем все подобные союзы. И первый союз, один из самых популярных, это Das. Что переводится? Первое предложение. Я учу немецкий. Ты знаешь, что я учу немецкий. И здесь сначала, опять же, пара слов. Uh, важно очень делать перекличку То есть делать простое, абсолютно понятное предложение А потом его усложнять И делать это именно как бы в шахматном порядке С каждым предложением Так вот Ich lerne Deutsch Du weißt, dass ich Deutsch lerne То же самое наоборот Du lernst Deutsch Ich weiß, dass du Deutsch lernst как вы видите, глагола выделены жирным. Они просто уходят в самый конец предложений, и больше мы в предложении абсолютно ничего не меняем. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, то вы, во-первых, можете посмотреть урок 33, а во-вторых, также, как и всегда, спрашивать в комментариях, а я отвечу. Усложняем. Добавляем модальный глагол и рамочную конструкцию. Ich kann dir helfen. Du weißt, dass ich dir helfen kann. Я могу тебе помочь, ты знаешь, что я могу тебе помочь. Ты можешь мне помочь, я знаю, что ты можешь мне помочь. Опять же, обращаем внимание на глаголы, они просто уходят в конец. Все остальные слова в предложении, в том числе и второй глагол, который закрывает рамку, остаются на своем месте. Und er will ihr nicht helfen. Sie weiß, dass er ihr nicht helfen will. Он не хочет ей помогать. Она знает, что он не хочет ей помогать. И наоборот. Sie will ihm nicht helfen. Er weiß, dass sie ihm nicht helfen will. Ещё усложняем, добавляем прошедшее время. Perfekt. Er hat gestern seinem Bruder geholfen. Er sagt, dass er gestern seinem Bruder geholfen hat. Он говорит, что вчера помогал своему брату. Теперь прошедшее время, модальные глаголы. Sie sollte gestern ihrem Bruder helfen. Sie sagt, dass sie gestern ihrem Bruder helfen sollte. Она должна была вчера помочь своему брату. Она говорит, что должна была вчера помочь своему брату. Итак, вся идея в том, чтобы эти предложения вы повторяли раз за разом, пока мозг не привыкнет, и вам не станет это абсолютно просто и легко, даже без меня и даже без текста, на который вы можете смотреть. Для тех же, для кого это пока сложно, обязательно медленно читайте и медленно произносите. Дальше мы переходим к союзу «while». Urok 34, где сама теория дана. Ich wohne in Deutschland. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland wohne. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland wohne. Du wohnst in Deutschland. Du lernst Deutsch, weil du in Deutschland wohnst. Здесь, пожалуй, стоит отметить тот факт, что в случае с Wein, в классическом немецком глагол обязательно также должен уходить в конец. Но сами немцы в современном разговорном языке часто этого не делают. Нам же все-таки нужно научиться сначала говорить правильно, и потом, если мы будем уже долгое время жить в Германии и свободно на нем общаться, знать правила, тогда нам можно будет также их нарушать. Но пока тренируем. Ich kann kein Englisch. Ich schweige immer, weil ich kein Englisch kann. Я не могу говорить на английском. Я всегда молчу, потому что не могу говорить на английском. Что касается самой фразы «Ich kann kein Englisch». Это устойчивое выражение, и именно так надо говорить, что вы не можете говорить на каком-либо языке. Sie kann kein Englisch. Sie schweigt immer, weil sie kein Englisch kann. Также здесь стоит отметить, что все примеры, которые я вам здесь даю, Также можно вида изменять по лицам, подставляя любое лицо. То есть в данном случае мы можем их изменить на du, на er, на wir и так далее. Du kannst kein Englisch. Du schweigst immer, weil du kein Englisch kannst. Wir können kein Englisch. Wir schweigen immer, weil wir kein Englisch können. Et Ich habe mein Auto verkauft.

Wir gehen zu Fuß, weil wir unser Auto verkauft haben. Ich konnte früher kein Deutsch. Ich war traurig, weil ich früher kein Deutsch konnte. Ich konnte früher kein Deutsch. weil ich früher kein Deutsch konnte. Ihr konntet früher kein Deutsch. Ihr wart traurig, weil ihr früher kein Deutsch konntet.

И здесь мы также видим, что глагол на втором месте просто уходит в конец, какое бы длинное и какое бы сложное ни было предложение, и остается в своей форме. Все остальные слова четко на своих местах. Что касается перевода, ты можешь в Германии найти хорошую работу, Я не знаю, можешь ли Sie hat ihm gestern geholfen? Ich weiß nicht, ob sie ihm gestern geholfen hat. Она ему вчера помогла? Я не знаю, помогла ли она ему вчера. Wir haben die Prüfung bestanden. Wir wissen nicht, ob wir die Prüfung bestanden haben. Мы сдали экзамен. Мы не знаем, сдали ли мы экзамен. И снова чуть длинное, чуть более длинное и сложное предложение. В прошлом году они ездили в Турцию. Я не знаю, ездили ли они в прошлом году в Турцию. Следующий союз и это даже не союз, а это вопросительные слова. Дело в том, что если вопросительные слова идут в придаточное предложение, то глагол также уходит в конец. Отдельного урока к этой теме нет, но в принципе сейчас я всю тему и объяснил, все рассказал. Осталось только к этому привыкнуть. Где она живет? Я не имею понятия, где она живет. Следующее предложение. Was machen wir morgen? Ich habe keine Ahnung, was wir morgen machen. Что мы завтра делаем? Я без понятия, что мы делаем завтра. Wann kann er mir helfen? Ich habe keine Ahnung, wann er mir helfen kann. Когда он может мне помочь? Я без понятия, когда он может мне помочь. Warum hast du ihm nicht geholfen? Ich weiß nicht, warum du ihm nicht geholfen hast. Почему ты ему не помог? Я не знаю, почему ты ему не помог. Wie hat er Deutsch gelernt? Er erzählt nicht, wie er Deutsch gelernt hat. Как он учил немецкий? Он не рассказывает, как он учил немецкий. Wenn hast du gerade angerufen? Kannst du mir sagen, wenn du gerade angerufen hast? tolko Ili skazat, Mit wem willst du morgen fahren? Kannst du mir sagen, mit wem du morgen fahren willst? И давайте здесь сделаем опять небольшую паузу. И я хотел бы рассказать, что вы этот урок можете разбивать на несколько частей. То есть отрабатывать, допустим, в день только по одному союзу. Также вы должны решить, насколько высок уже ваш уровень и насколько вам это легко. Если очень легко, но вы все-таки в речи ошибаетесь, вы можете сразу переходить к третьему пункту. То есть сразу один раз прочитали, запомнили и не подглядывая никуда, не слушая меня, произносить эти предложения. Если же у вас уровень начальный, вы можете... Либо «и читать, и слушать меня», либо «не читать, а просто на слух все произносить». То есть, в принципе, у нас идет три этапа сложности, и если вы начинающий, вы должны пройти все три. Если продолжающий, то начать со второго или сразу с третьего. А мы идем дальше. Здесь мы разберем сразу два союза, это «when» и als. И тот и тот союз приводится как «когда», а в чем между ними разница и «когда» какой использовать. Это 35 пятый урок на этом канале. Сегодня же мы работаем только с порядком слов. Ich rufe dich an. Wenn ich dich anrufe, sollst du sofort kommen. Я тебе позвоню. Если я тебе позвоню или когда я тебе позвоню, ты сразу же должен прийти. Uh, wenn это и когда и иногда мы можем переводить это слово если. Кроме того, обратим внимание на глагол с отделяемой приставкой. Также сам, само тело, сам корень глагола переходит в конец предложения. Больше мы ничего не меняем в плане порядка слов. И он как бы снова присоединяется к своей приставке. Здесь, кстати, тоже отлично будет поработать именно по всем лицам. То есть, ты mich an». «Wenn du mich anrufst, soll ich sofort kommen. Он звонит ей. «Er ruft sie an». Wenn er sie anruft, soll sie sofort kommen. aber Sie ruft ihn an. Wenn er sie anruft, soll sie sofort kommen. Und tagdale. Tagsже мы можем опять же добавить притяжательные местоимения, например, я звоню моему брату и когда я ему звоню, он должен сразу же прийти. Ich rufe meinen Bruder an. Wenn ich meinen Bruder anrufe, soll er sofort kommen. Du rufst deinen Bruder an. Wenn du deinen Bruder anrufst, soll er sofort kommen. Wir rufen unseren Bruder an. Und so weiter. perfekt. Ich habe ihn angerufen. Als ich ihn angerufen habe, ist er sofort gekommen. Ich habe angerufen. Als ich angerufen habe, ist er sofort gekommen. Ich stehe früh auf. Wenn ich früh aufstehe, fühle ich mich besser. Я встаю рано. Если я рано встаю, я чувствую себя лучше. Или когда я рано встаю, я чувствую себя лучше. Ich bin heute früh aufgestanden. Als ich heute früh aufgestanden bin, war ich stolz auf mich selbst. И здесь у меня опечатка закрылась. Вот это «bin» не нужно, то есть после «selbst» у нас просто идет точка сразу. Ну и, кстати, почему «selbst»? Потому что я был как бы горд сам собой. Обычно немцы говорят в таких случаях именно так, то есть я говорю сам собой и шпрехи «mit mir selbst», а не просто «mit mir». Да, кстати, перевод, да. Я сегодня рано встал. Когда я сегодня рано встал, я был горд самим собой. «Ich lerne sie kennen». Wenn ich sie kennenlerne, werde ich ganz glücklich sein. Я с ней знакомлюсь. Если, когда я с ней познакомлюсь, я буду очень счастлив. Прошедшее время. Ich habe Klopp Als ich Klopp habe, war ich я познакомился с Юргеном Клопом. Когда я познакомился с Юргеном Клопом, я был сверхсчастлив. Но если вы не знаете, кто такой Юрген Клопп, то загуглите обязательно. Это, на мой взгляд, один из величайших немцев современности. И я очень надеюсь, что он когда-нибудь будет тренировать сборную Германии. Ну, или России тоже будет неплохо. Следующий союз. Хотя. Она встает рано. Она приходит всегда слишком поздно. рано Опять "Ich stehe früh auf. Ich komme immer zu spät, obwohl ich früh aufstehe." Du stehst früh auf, du kommst immer zu spät, obwohl du früh aufstehst. Er hat sich gut auf die Prüfung vorbereitet. Er bekommt eine schlechte Note. Sich gut auf die Prüfung vorbereitet hat. Довольно сложное предложение. Не расстраивайтесь, если не получилось с первого раза его повторить. Тренируйтесь. Делите его, может быть, на части. Но ваша задача обязательно добиться и постараться с такой же скоростью, как я сейчас говорил. Или даже быстрее, потому что я, конечно, немножко притормаживаю, чтобы было понятнее. Что касается перевода. Он хорошо подготовился к экзамену. Он получает плохую оценку, хотя хорошо подготовился к экзамену. Урок 40 подробно про союз Упволь и другие союзы, которые также необходимо знать в немецком языке. Переходим к одному из последних моментов. Урок 39 посвящен таким словам, как «который», «которые», «которые», «с которыми» и так далее. Это отдельная тема, и союзов здесь в принципе нет. Тем не менее, она очень похожа, потому что также глагол уходит в конец. Смотрим. Der Hund ist sehr clever. Ich habe einen Hund, der sehr clever ist. Собака очень умная. У меня есть собака, которая очень умная. А der, которая, это потому что номинатив именительный падеж. И глагол также ушел в конец. Больше мы, по сути, ничего не поменяли. Ich liebe den Hund. Ich habe einen Hund, я люблю собаку. У меня есть собака, которую я очень люблю. Которую, аккузатив, глагол в конец. Ich spiele gern mit dem Hund. Ich habe einen Hund, mit dem ich gerne spiele. Я играю охотно с собакой. У меня есть собака, с которой я охотно играю. То есть, mit dem, mit dem Spieler: Вот стоп конец. Das Auto ist ganz neu. Ich habe ein Auto, das ganz neu ist. Машина совсем новая. У меня есть машина, которая совсем новая. Ich will das Auto verkaufen. Ich habe ein Auto, das ich verkaufen will. Я хочу продать машину. У меня есть машина, которую я хочу продать. In dem Auto kein Radio. Ich habe ein Auto, in dem es kein Radio gibt. В машине нет радио. У меня есть машина, в которой нет радио. Кстати, насчет in dem. Скорее всего, здесь бы немец сказал им, но я написал именно развернуто, чтобы было понятно, как работает, в принципе, эта тема. Ну, а за подробностями в урок 39. Ну и, наконец, последняя тема на сегодня. Последний союз или даже два, которые на русский приводятся одинаково. Чтобы Deine Kollegen können dich verstehen. Du lernst Deutsch, damit deine Kollegen dich verstehen können. Kollegen Du kannst mit allen sprechen. Du Deutsch, um mit allen sprechen zu können. Ты можешь со всеми говорить? Ты учишь немецкий, чтобы мочь со всеми говорить. Первый момент, что дамит, чтобы и умцу, um чтобы умцу. Um Подробнее в 31 уроке. Второй момент в том, что ум um это, конечно, немножко другая тема, другая конструкция, другой союз. Здесь же я решил все-таки его добавить, потому что, ну, дамит и сумцу как-то одиноко бы смотрелся. И последние два примера. Meine Zuschauer können besser Deutsch sprechen. Ich mache ein neues Video, damit meine Zuschauer besser Deutsch sprechen können. Мои зрители могут говорить по-немецки лучше. Я делаю новое видео, чтобы мои зрители лучше могли говорить по-немецки. Опять же, каким бы длинным предложение не было, сравниваем первую часть и вторую. Просто глагол уходит в конец, и больше ничего не меняется. Я получаю больше просмотров. Немцы говорят «клики». И я делаю новое видео, чтобы получить больше просмотров. Вот таким получился сегодняшний урок. Повторюсь, вам нужно проделывать это много раз, возможно, пять раз, возможно, 10 раз просмотреть и повторить за мной. Ну, а я хотел бы, конечно, спросить вас, насколько вам полезно. Если этот ролик получит много позитивных откликов в комментариях, много лайков, то у меня, в принципе, есть в планах создать по каждой важной теме в немецком языке, включая падежи и окончание прилагательных, что-то подобное, когда урок упражнения будет на канале, и вы можете его пересматривать много раз до тех пор, пока полностью не освоите ту или иную тему. И причем не какие-то там письменные упражнения, не какие-то запутанные учебники, а просто берете уроки, четко подготовленные, выверенные предложения и работаете с ними вновь и вновь. И теперь уже самый последний момент. Данный урок также доступен в виде аудиофайла, и отдельно можно PDF получить, все, что вы видите на экране. В аудиофайле я хочу вырезать все вставки, все какие-то уточнения и оставить только немецкие предложения с достаточными большими пропусками, чтобы вы могли вставить, допустим, записать на флешку, слушать в машине или в мобильнике, регулярно повторять, не заходя на YouTube и, в принципе, оставить только самое важное из этого урока. Если вам это интересно, как приобрести аудиофайл, вся информация внизу в инфобоксе по ссылке.